Екатерининский парк строили на протяжении 2 лет. Как сказал президент, на смену разрухи и пустырям во всех городах должны прийти красота и комфорт. Фонтанные каскады, спортивные площадки, пруд с лебедями, макет Тираспольской крепости, летняя эстрада – все это есть в парке. Но есть такая категория людей, которые любят задавать вопрос – а стоило ли? Спросим у приднестровцев. 2 года строили этот парк, 2 года вложений. Как думаете, стоило ли вообще его делать? Либо нужно было бы деньги раздать на зарплаты? Конечно, стоило. Конечно, стоило. Мне кажется, что очень красиво, не только для взрослых. Мы вот радуемся этим все. А для детей это прекрасно. Конечно, стоило делать. Смотрите, сколько народу смотрит. Это же вообще прелесть. Может быть, стоило просто эти деньги раздать людям, повысить зарплаты и все? Я думаю, что нет. Я думаю, что нормально, что сделали парк. Очень красиво. Пусть останется след, память. И Екатерине нужно было тоже отдать должное. Все-таки при ее власти мы перешли под российское государство. Поэтому, думаю, очень нужно было. Вот когда нет воды, можно прийти помыться. Да, как вариант. Некоторые говорят, что очень много здесь понастроили. Даже вот эти фонтаны. Потом говорят, что здесь будут купаться дети, они забьются, опять надо будет ремонтировать. Родителям нужно объяснять детям. Воспитывать детей. И тогда дети не будут это делать. Это для всех. Деньгами все не купишь. Знаете, деньги – это все только приходит и уходит. Надо получать эстетическое удовольствие. Детям надо, конечно, клещей понадавать за вот это и воспитывать. Вот Степан знает, что такое этикет, да, Степан? Нельзя купаться в фонтане, да? На день ВДВ можно. Все будет хорошо, ничего не забьется, все будет работать. А кто так думает, это просто люди. То есть вас никак не переубедить, что все-таки... Не. Часто люди приезжают в гости и некуда свести в городе. И вообще говорят, что Тирасполь не меняется, как уезжали с 80-х годов, с 90-х отсюда. Так приезжали, ничего не меняется. А теперь, вот за последние там 2-3-4 года, очень сильно поменялось, очень приятно. Есть куда отвезти людей, есть чем похвастаться. Да, и вот тоже сейчас построили роллер-дром, хотя через дорогу есть еще один роллер-дром, если знаете. Да, там, да. Зачем так много? Может, все-таки эти деньги на ремонт дороги выделить, а не все это? Ну, я думаю, что это нормально тоже, что его здесь тоже сделали. Ну, я думаю, что демография-то повышается, поэтому роллер-дром, я думаю, что чем больше, тем лучше. То есть одного, допустим, пруда с лебедями недостаточно будет? Конечно, нет. Конечно, нет. Очень, очень красиво, благодарна всем за труд, за вложенные деньги. Прекрасно. Конечно, мы опять вас провоцировали, а то, что на месте пустыря вырос парк, нам, например, нравится. И только от нас зависит, сохраним мы его или нет. И тогда в Приднестровье станет парков намного больше. Страна преображается, и спасибо за это.